Привет, друзья! С вами Любомир Борода. Вот, сегодня я хочу показать вам кофеварку. Кофеварку эту я купил на сайте Розетка. Вот, для чего я это сделал? Потому что я очень люблю кофе. Вот, я его пью много. Пью я его дома. Пью я его из автоматов. Пью я его в кофейнях. Вот. А вот в офисе все никак не задавалось. Все не было времени купить себе какую-нибудь бюджетную кофеварочку, чтобы варить более-менее нормальный кофе. Вот. А растворимый кофе я не очень люблю. Поэтому несколько месяцев в офисе я обходился только чаем. Но сегодня, я думаю, эта проблема решится. Сейчас мы ее откроем. И я вам все покажу. В открывании посылок мне, как всегда, помогает мой нож Викторинекс. Итак, собственно, внутри все выглядит вот так. Начинаем доставать. Инструкция. На понятном человечеству языке. Далее. Гарантийный талон с адресами сервисных центров. В коробке больше нет ничего, кроме пакетика красивого полиэтиленового, который нам дарит компания Розетка. Так. Вот такая вот маленькая, красивенькая и уютненькая кофеварочка. Так, чайничек, плита подогрева, на которой стоит даже защитная бумажечка. Вот она, наша плитка. Собственно, тут что у нас? Все нормально. Ложечка, чтобы насыпать кофеек. Фильтр многоразовый. Вот. Собственно, резервуар для воды. Все как у всех кофеварок такого типа капельного. Так, что мы сейчас сделаем? Сейчас мы, наверное, сразу сварим кофе. Вот. Также я заказывал себе сразу же одноразовые фильтры, потому что, ну, я считаю, с одноразовым фильтром оно как-то проще в обслуживании, особенно когда ты работаешь в офисе, в котором общий туалет с холодной водой. Вот, и намывать многоразовый фильтр не всегда удобно. А кофе хочется всегда. Вот, я купил вот пачку фильтров. Номер тут двоечка для этой кофеварки. Вот. Собственно, сейчас я открою. Открыл как вандал. Я не совсем понял, как надо правильно. Так. Собственно, вот он, сам фильтр. Его мы вставляем в обычный фильтр. Оп. Тут, наверное, надо чуть-чуть подвернуть, я думаю. Угу. Вот такие вот дела. Так,
Кофеварку нам надо что сделать? Налить воды? Я попробую сварить каву из Львова. Вот. Заваривать в кружке такой кофе мне время от времени нравится. А дома у меня есть кофемашина, в которой это кофе не очень-таки хорошо себя чувствует. Вот. И там приходится варить другие сорта. Но думаю, для капельной кофеварки этот сорт кофе должен подойти как нельзя лучше. Так, наваливаем кофеечек. Чайник предварительно надо было сполоснуть, но я решил уж показать вам, как это все выглядит. Из полоски буду уже в другой раз. Так. Собственно, тут мы все поставили. Закрываем. Сейчас будем пробовать. Так. Собственно, наверное, давайте мы перевернем. О, чтобы было видно. Кофеварка. Итальянский дизайн. Меджо. Все, пожалуйста, водички, кофе, шмофе. Опа. О, и оно у нас оказалось сразу включено, насколько я понимаю, да. Собственно, включаем. И смотрим. Итак, я сварил себе порцию кофе. Выглядит довольно-таки неплохо. На вкус. Сейчас попробуем. Знаете, очень даже ничего. Это лучше, чем заваривать в кружке и бегать каждые пару часов в кофейню. Очень здоровский кофе. Вот. Такая вот у нас кофеварочка. Ссылочку дам в описании к ролику. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. До новых встреч. Пейте вкусный кофе.